определены победители 6-го международного конкурса пианистам, проходившего в Алматы. В этом году побороться за звание лауреатов приехали молодые пианисты из разных стран – России, Беларуси, Украины, Японии, Южной Кореи, Китая. Уровень исполнительского мастерства участников был достаточно высоким. Профессиональный багаж почти всех участников представлял собой обширный список престижных международных конкурсов и наград. Обладателями первой премии стали исполнители из Украины и России Константин Товстуха и Евгений Стародубцев. Вторую премию получили Йосио Хамано из Японии и Хун Юнг Чун из Южной Кореи. Третью премию вручили российскому пианисту Сергею Белявскому. Четвертую премию завоевала наша соотечественница Лейла Акшпекова. В этом году прошла одна девочка в финал. Это такой героизм. Маленькая худенькая девочка из команды, из 5 могучих парней, да. Один другого краше. Казахстанская аудитория очень вдохновенно приветствует участников, потому что, во-первых, интересно, никто не приезжает случайно, не приезжают туристы, а все происходит по-настоящему, и члены жюри просто в хорошем шоке, говорят, такого уровня. К такому уровню может позавидовать любой большой конкурс. Ну вот практически из этих всех участников, может быть, 3, 4, 5 человек не были достойны играть в финале. И очень сложно было, и больно было кого-то отсекать. И это условное понятие, вот я говорила, что это условно. Конкурс пианистов, проводящийся в Алматы с 2000 года, стал одним из ярких культурных событий нашей страны. С каждым разом расширяется география стран-участниц. Учредителями конкурса являются Казахская национальная консерватория имени Курмангазы при поддержке Министерства культуры и информации и Министерства образования нашей страны.